Всем привет! Запишу небольшой гайд по данной игре, да, Blightbound. Вот. И расскажу общие направления развития, прокачки персонажей и так далее. Смотрите, ну понятно, что с базой вы сами, я думаю, прекрасно разберетесь. Тут ничего тут сложного нету. Вот, по поводу подземелья, все, в принципе, объясняется, играбельно, все понятно. Здесь, как бы, вопросов никаких нету. Я что-то все фигню это рассказывать не буду, это вы сами все знаете. В чем фишка, да? По поводу того, как качать персонажей. Смотрите, на данный момент, вот на январь 2021 года, может быть, что-то еще дополнительное создастся, да? Добавит контент какой-то. Есть, по сути, несколько этапов развития персонажей, да? Вот возьмем, например, торговца того же. Не торговца, а, ну, к примеру, оружейника, да? Смотрите, здесь есть несколько возможностей развития. Первое развитие – это вот через доп. Урон к замороженным, обездвиженным и замедленным врагам. То есть, что у нас замораживает? Какие персонажи у нас могут замораживать и обездвиживать? Это воины. Они могут обездвиживать своим навыком, сейчас скажу, лавовый удар. Вот, они увязают на месте, да. Далее обездвиживают маги. Например, Куджут своей криовыстрелом, гравитацией, ледяной черепом, да. Вот. И всевозможные ассасины, да, у них тоже есть замедление. Вот, и смотрите, в чем прикол. То есть это одна из веток развития. То есть вы берете, например, тут вообще смысл в том, чтобы играть на высоких уровнях, проходить на высоких уровнях, получать дорогие фишки, вот, и при этом для того, чтобы вам пройти вот эти высокие уровни, да, вот вы, например, сами уровни 6-го, проходите 20 уровни. Для этого вам надо тройное сочетание, чтобы у вас вы и ваши союзники сочетались в перках своих. Вот, поэтому, если, например, вы играете против обездвиживания, вы, например, берете себе какого-то одного персонажа, ну, например, того же Куджука, да, и раскачиваете его в обездвиживание, замораживание. При этом ваш союзник, да, там кто-то с вами играет вместе, он, например, берет и также играет в обездвиживание, да, наносит максимальный урон по обездвиживанию и заморозке. Ну, вот, к примеру, оружейник тоже делает. Вот смотрите, у вас, например, есть резак, который дополнительный урон по обездвиженным наносит. Это, например, воин берет. Ну, а вы, к примеру, берете там, я не знаю, какое-нибудь вот тоже кольцо и хора, да. Оно тоже, к примеру, дает возможность тому же магу по обездвиженным бить. То есть и у вас вот такое сочетание, оно как бы вместе работает. И таким образом, ну вот чешуйчатый обруч, то же самое, да. Вот. И у вас вот эта вся тема, она начинает работать совместно. Но опять же, обруч, он больше для убийцы. Потому что, смотрите, еще фишка, которая нигде не написана. Прикол в том, что у каждого персонажа у него выпадают его монетки специальные. Вот этот монетки, чешуйки вот эти, они только за ассасина. Поэтому вы когда берете, например, данный артефакт, вы понимаете, что, ну, так как нужны чешуйки, этот обруч, в принципе, ассасин должен носить. Ну, в принципе, и вы можете, но вообще он для ассасина предполагается, да? Вот, ну, например, там вот тесак этот, у него угли, да, то угли они для воина, да, например. Ну, то есть угли только воина выпадают, к примеру. И вот, вот таким вот образом вы, в принципе, можете ранжировать предметы. Вот, то есть первая ветка — это то, когда вы в своем отряде и вы все, например, вкачиваете в обездвиживание, да. То есть вот у вас урон по обездвиженным. И вы уже начинаете играть, маг, например, тот же Куджук стягивает, замораживает, воин подбегает, бьет тапком, да, он еще и замороженных обездвиживает там и так далее, и так далее, и его урон наносит. Это вот первое направление по обездвиживанию. Второе направление, оно идет по вампиризму. Вот здесь идет вампиризм. Ну, кстати, тоже кинжал, клык, например, да, тоже для ассасина по обездвиженным. Вот, второе — это вампиризм. То есть то, когда вы играете через вампиризм. То есть вы берете, например, себе мага, одного делаете вампиризм, другого, например, в обездвиживание, третьего, например, в криты, да.
Ну, таким образом у вас идет разделение на каждом персонаже. Какого мага для кого выбрать? Ну, смотрите, вот у Кунджука у него есть ледяной череп. Да, то есть, естественно, он по ледяным будет дамажить, его в ледяного надо раскачивать. Например, та же Тека, у нее есть дух. Значит, это что-то на урон. Например, на криты, да, то, что духи начинают дамажить. Вы стреляете посохом и так далее. Также вы еще вот гравитацию, например, обратный щит тоже. То же самое, да, то есть работает. Вот. И далее. Также у того же, например, героя. Вот оно, пробуждение, да. То есть здесь можно, типа, обездвиживание, например, ему прокачивать, да. А здесь, например, просто по области бьет. Здесь, знаешь, что-то в урон, к примеру, идете. Вот. И, ну, например, дальше, смотрите, по поводу того, как распределять очки навыков. Ну, я думаю, здесь все понятно. Если вы играете в обездвиживание, вам, естественно, нужно... Но опять же, смотрите, если вы маг, вы обязательно максите волю. Если вы воин, вы обязательно максите тонус. Да, ну это стандартная для каждого класса обязательная вещь, потому что вы воин, вы должны свою функцию выполнить в качестве танкования урона, да, у вас должно быть очень много хп. Если вы маг, вы должны как можно быстрее и больше кастовать заклинаний. Если вы ассасин, то вы обязательно ту же ловкость, да, повышаете, то есть, вот, и это, ну, обязательные вещи, да. А дальше же уже смотрите, ну, к примеру, вы играете в обездвиживание, да, значит, мне как бы, по сути, крит не нужен, когда я обездвиживаю. Мне главное, чтобы максимально кастовать и бить по этому. То есть я беру, например, волю качаю, тонус качаю, да, и качаю силу. Все, вот это вот мои основные фишки. То есть у меня много здоровья, я много кастую и дамажу, в принципе, с палки. На криты мне абсолютно пофиг. Почему мне на криты пофиг? Потому что у меня не будут вещей, которые мне критов добавляют. У меня будут вещей, которые мне бустят мои навыки колосса. И у меня будут... ну, то есть, бустят колосс, да, и просто урон мне повышают, например. Да, там, и хпшку мне поднимают. Вот. Вот в этом вся фишка. Если мы там играем, например, в криты, да, вот опять же зайдем в оружейника. Мы посмотрим, например, вот лучше по последним вещам смотреть. Вот, например, криты, да, шанс критического удара там повышает, да, то мы начинаем, естественно, раскачиваться. Уже нам шанс, у нас шанс будет за счет вещей подниматься, да, ну, к примеру, да, а при этом мы начинаем тогда уже, например, критический урон повышать, да, то есть у нас 100-й там шанс, и мы критический урон поднимаем, и еще шанс поднимаем, да, ну, то есть вот в таком плане и, в принципе, и должно быть развитие на самом деле. Но мы сейчас, например, именно на данный момент, когда играем, мы сейчас скачаем фишку с обездвиживаниями, да, и я сейчас прокачаю Кунджука, вот этого Кунджука, да. Я не буду ему криты никакие вкачивать, потому что урон я не наношу. Моя задача основная — давать возможность, чтобы мои союзники дамажили по бездвижным противникам. Вот. Ну, по крайней мере, пока что вот эта фишка, она очень хорошо работает. И, в принципе, мы данжи зачищаем, которые выше нашего уровня. Вот. Я говорю, что, ну, вот, по крайней мере, сейчас, на данный момент, это вот как раз вот бездвиживание, это... высасывание здоровья, вот, фишки идут, да, и на криты, вот, ну, по сути, вот они, три основные ветки, три основные направления, в которых можно вкачивать ваших героев и, соответственно, разделять, ну, остальные там уже, тут, вот, знаете, всякие снижения урона, это все такое, как бы, на самом деле. Есть еще такая вещь, как урон по элитным врагам, боссам, да, здесь... смотрите, еще такая вещь, что вам нужно по одному артефакту вот такому на каждого персонажа. То есть у вашего союзника один такой артефакт, у вас один такой артефакт, вот. И, например, у вашего третьего союзника тоже один такой артефакт. И тем самым, вот мне, например, нужен этот череп. Вот, потому что он мне дает здоровье, я в здоровье вкачиваюсь и в обездвижение вкачиваюсь. И здесь опять же идет череп, он опять же мне здоровье дает и процент по врагам. Ну вот, в принципе, по крайней мере, по поводу обездвиживания, я думаю, вам рассказал.
через того же мага, да, как я его буду раскачивать. То есть вот у меня воля идет максимально, я качаю еще себе тонус максимально, чтобы у меня было здоровье. Вот. Вот, я вкачал. И дальше я буду себе силу вкачивать. Вот. Сохранить. Time is endurance. Ну вот, в принципе, примерно немного рассказал.